Друзья, всем доброе утро, всем привет. Я хорошо себя чувствую достаточно, но вчера принимала алмагель после работы. Это мой завтрак. Сейчас я покажу издалека, чтобы порция не показалась такой большой. Ксюша, как говорит Ксюша, это моя кошачья порция. Чуть-чуть добавила маслечко, булочка. Вряд ли я ее целиком съем. И кофе. Кофе, конечно, нельзя на раздраженный желудок, но у меня очень низкое давление, поэтому я все-таки себе позволяю немного. Вот, сегодня у нас предпасхальный день. Мы будем делать с Ксюшей генеральную уборку. Вечером печь пирог пасхальный и красить яйца. Нашла вот такую присыпочку, она у меня с того года хранится. Тут что, звездочки, да. Звездочки и вот такие какие-то перламутровые шарики. Это будем вечером посыпать пирог. Он будет с шоколадной глазурью, а наверху вот такие, такая посыпочка будет. Всем приятного аппетита, кто завтракает. А я кушаю и пошла делать дела. Дел сегодня будет очень сильно много. Намыть ванную комнату, намыть балкон, намыть газовую плиту, убраться в квартире, погладить белье. И вечером еще вот такие предпасхальные приготовления будут. Нам вчера подарили куличик. Это мне подарили на работе моя сотрудница. Вот очень хороший, добрый, светлый человечек, Анечка. Дай Бог ей крепкого здоровья. Этот куличик завтра мы с яичками понесем в церковь освещать. Ну, хотя он уже освещенный. Ну, да. Ну, им будем завтра с Ксюшей завтракать, встречать светлый праздник Пасхи. Ребят, вот если у вас есть четверо котов, никогда в жизни не заводите газовую плиту коричневого или черного цвета. Сейчас мою, убираюсь, и я замучилась ее чистить. Вот как ее не чистить, вот даже сейчас видно, да? Опять все в кошачьих волосах. Вот опять кошмар какой-то. Бесконечный кошмар. И сейчас знаете, что хочу? Сейчас хочу почистить духовку, стеклом духовки. Часто очень в духовом шкафу готовлю. И купила вот такое вот средство. Увидела у кого-то из девчонок в роликах. Говорят, что мега крутое для очистки духовок. И вплоть до того, что вроде как бы вот сейчас напшикают тут этой пеной. И потом просто стереть. Вот сейчас проведем эксперимент. Ой, чуть не грохнуло стекло. Насколько оно хорошо. Нет, кстати, вот эта форма почему-то в посудомойке не отмылась. Хотя Фэри промывала вообще первый раз такое. Вот сейчас на ней тоже испробую. Надо в баллон хорошенько встряхнуть. И с расстояния 25 сантиметров нанести пену. Сейчас посмотрим, да, что будет. Настолько хорошо ли это средство. Как раз проверим. На эмалированных поверхностях вот нужно оставить на час. Но хвалили очень сильно это средство. Вот таким образом покрываем всю духовку. Духовка у меня стала белоснежная такая. Ну, кстати, видно прям, как вот коричневые пятна здесь начали размокаться. Я туда еще побольше нафигачу. И стекло обрабатываю. А стекло, пишут, надо в течение нескольких минут уже протереть прям. Ой, господи. Девочки, ну что хочу сказать. Ничего не очистилось. Все это вранье. Я не знаю, как там. Но стекло, как было залитое, так и осталось. И что делать с ним, я не знаю. Вот все-таки не реклама, но лучше амвеевского средства я ничего не видела. Остальное, как бы что ни втюхивали, любые какие-то торговые марки, ничего не очищает. В общем, ребят, вот результат чистой духовки. Но вымыла я ее совсем не тем средством, что показывала. А драила пемолюксом и всеми подручными средствами, как обычно. У нас уже вечер, себя показывать не буду, потому что у нас сегодня генеральная уборка. Мы убирались, я намыла балкон, ванную комнату, пропылесосили, намыли полы, очень много разобрали.
В общем, еле живая и, естественно, вид у меня не айс. А Ксюша накрасила яички. Посмотрите, какие красивые у нас в этом году. Вот такие с блесточками. Прям все-все-все блестящие. И она говорит, первый год у нас такие красивые яйца. Вот. Завтра пойдем в храм освящать их. И будем христосоваться. А на завтра я готовлю вот такой салатик. Это крабовые палки будут у нас. И еще замариновали с ней мясо. Мы будем вдвоем с ней праздновать. И нам хватит. Килограмм мяса где-то здесь, наверное. Приправа Маги для шашлыка. Много-много лука. И мясо. Мяско свинь. А, уксус, да. И мяско свининка. Кошакам купила корм. Потому что готовить им некогда. И представляете, купила крабовые палки на салат. Кукурузу. Палки стала резать. Попробовала маленько, чувствую, что-то не то. В общем, просроченные. Завтра из церкви пойдем, купим новые. Третье, что еще хотел показать, это Ксюша рисует на заказ. Подарок на бутылке шампанского. Здесь вот надпись какая-то. Вот, это у нее такой заказ. И она нарисовала, видно, да, Меладзе. Вот, это акриловые краски. Вот такой шедевр. Очень красиво. Вообще обалденно. Я предлагаю ей брать заказы. Она отказывается. Не хочет. А вот кому-то в подарок нарисовала такое. Завтра разложим это красиво на тарелочку. Сейчас уберем в холодильник. Куличик у нас уже готов. На двоих нам хватит. Даже объестся. Купили молочка с куличиком. И завтра покажу, как мы с ней вдвоем будем праздновать Пасху. Кстати, поддон не отмылся этим средством чудодейственным. Все-таки на стекло он не действует. А духовку, вот эмалированную поверхность очень хорошо отмыл. Ну, что у нас уже ночь на дворе. Вот, сейчас с Ксюшкой моемся, ложимся спать. Завтра рано в храм вставать. Вот и день закончился. Наверное, надо было это все делать заранее, но у нас не получилось. Вот, ребят, все. Всем до завтра. Пока-пока. Хорошо, когда чисто, красиво все. Все, ребятки, до завтра. Завтра Пасха. Точнее, сегодня ночью. Всех с наступающим праздником Пасхи.